Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. Приветствую всех телезрителей. Думаю, нас сегодня ожидает отличный матч. Матчи Ливерпуля и Арсенала часто получаются результативными. Сопоставимые по классу команды охотно играют друг с другом в открытый футбол. Настолько открытый, что после финального свистка остается задать себе только один вопрос. А не пора ли вызывать специальную машину? И забивают, и пропускают клубы буквально пачками. Есть же в истории их противостояние и матч, который войдет в историю российского футбола. 2009 и 4-4 на Энфилде. Абсолютное безумие, хитро закрученная интрига и 4 забитых мяча Андрея Аршавина. Отлично сыграно, надо решать. Ударище просто. Неточный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Игорь Смольник. Великолепный проникающий пас. Плохая передача. И прерывает ее защиту. Месси. Роберто Фермино. Лионель Месси. Ливерпуль начинает атаку. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Тем временем соперник перехватывает мяч. Легко прошел он соперника. Навес. Выбивает против. Удар! Опасно! Есть поддержка партнеров. Прижали соперника к воротам. И отличный удар. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Фабригас и Суле. Дэн Ловрен. Джордан Хендерсон. Лукаку. Ромелу Лукаку. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Ромелу Лукаку! Гол! Они вышли вперед! Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса в блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась, и похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. Франциско Клен. Алексис Санчес. Оливье Жиру. Арсенал атакует. Санти Касорна. Арсенал будет вбрасывать из-за боковой. Начо Монреаль. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Алексис Санчес. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Не самое лучшее решение. Испортило оно такую интересную атаку. Сако. Озил. Натаниэль Клайн. Фабригас и Суле. Месси. Рецепта, как сдержать этого футболиста, так по большому счету и не придумали. Сколько бы человек его ни окружало, Месси всегда создаст, ну почти всегда создаст себе момент, ну или партнер. Даже если на плечах висит по сопернику, Месси за счет индивидуального дриблинга всякий раз находит шанс для удара или остроумной передачи. Озил. Роберто Фермино. Отличный отбор, но кому достанется мяч? 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Касорла Гонсалес. Пока неплохо. Опасная передача. Заканчивается.
И мы снова на Emirates. Джордан Хендерсон. Фабригас и Суле. Вирджил ван Дейк. Месут Озил. Озил. Лукаку. Месут Озил. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. И пошла передача. И прерывает защитник эту передачу. Команда уже ведет в один мяч и с этого углового может забить второй. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Ромелу Лукаку. Роберто Фирмино! По мячу попал, а вот поворотом... Алексис Санчес. Начо Монреаль. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Будет замена в домашней команде. Готов игрок к выходу на поле. И это, возможно, как... Подрит игру. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Сейчас надо сравнивать. Арсенал будет подавать угловой. Защита справляется. Месси. Он накручивает соперников одного за другим. И пробил. Так грамотно сыграла вся команда в контратаке. Так рванули. И что? Ну и казалось, что осталось самое последнее. Да, только ударить и попасть в створ. А в створ-то как раз и не попал игрок. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Пас в разрез очень точно. Удар по воротам. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. И вот самая свежая трансферная новость. Поль Погба переходит в Манчестер Юнайтед из Ювентуса. Да, трансфер наконец-то состоялся. И, похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бороться за него до конца. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равным. Игорь Смольник. 15 минут до конца основного времени матча. Филиппе Коутиньо. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Удар! Вступает в игру вратарь. Все под контролем. Мяч за пределами поля. Угловой. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Тут может что-то получиться. Отличный момент. И что это? Гол! Ну, теперь все скажут, какое у тренера чутье. Долго собирались игроки на эту комбинацию, но пас в итоге получился просто великолепно. Ну что ж, еще один гол. Команда не останавливается и продолжает играть для зрителей.
Да, игра уже сделана, но улучшить разницу забитых и пропущенных мячей никогда не повредит. Алексис Санчес. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Это может быть... Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Он бьет. Ох, какой гол! Какой гол! Еще один великолепный гол, и он подытоживает преимущество одной из команд. Вот молодцы. Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче. Однако порадовать своих болельщиков команда стала... Матч завершен, и победу сегодня...